신뢰하는 여러분들, 안녕하십니까? 여기는 국립아카데미 고려극장입니다. Добрый день, дорогие друзья! С вами Государственный академический корейский театр. Меня зовут Зоя Ким. Сегодня я расскажу немного из истории нашего театра. Говоря об истории корейского театра, нужно было бы вспомнить таких замечательных мастеров, как заслуженные деятели искусств Казахской ССР Ян Сеньен, Тхайян Чун, Цай Ен, народный артист республики Николай Ли, заслуженные артисты Цой Понгдо, Ким Хонам, Ли Йонгсу и многих других, которые сыграли большую роль в становлении нашего театра. Но думаю, что для одной встречи это будет очень много, поэтому я остановлюсь только на двух выдающихся актерах, с которых начинался наш театр. Надеюсь, что подобные встречи еще будут, и мы будем вспоминать наших замечательных мэтров. И еще немного скажу о том, что такое для меня корейский театр. Дело в том, что я родилась и выросла в этом театре. Буквально выросла на руках у тех артистов, о которых хочу вам рассказать. Театр – это прежде всего артисты. В нашем театре было несколько поколений талантливых, профессиональных, преданных своему делу мастеров. Нынешнее, уже пятое поколение, понимает, что не может, не имеет права утерять те достижения, ту славу, которых достигли предыдущие артисты. Сегодня я хочу вспомнить двух основателей театра. Это народные артисты Казахской ССР Ким Дин и Ли Хамдек. Благодаря таким людям, как они, их огромной любви к сцене, их упорству
их решительности, настойчивости и проявленному энтузиазму был основан наш театр. О Ким Дине. За всю историю нашего театра, пожалуй, не было второго такого блестящего артиста, как Ким Дин. Он, как никто другой, мог проникнуть в суть авторской мысли и раскрыть образ героя. Его игра была неподдельной, без тени фальши. Он одинаково хорошо мог играть и смешного, там, ловкого слугу, или же такого надменного вельможу из корейской национальной пьесы, или современного нашего героя. В 1964 году в Корейском театре был спектакль «Ленинградский проспект» по пьесе драматурга Исидора Штока. Народный артист Казахстана, лауреат государственной премии, профессор Рубен Андреасян рассказывал, какое сильное впечатление произвел на него первый спектакль в Корейском театре, которую он увидел в городе Кызылорде. В этом спектакле главную роль играл Ким Дин, роль Василия Забродина. Вот тогда профессора Рубена Андреасяна удивило то, что в таком провинциальном театре может быть актер, который сыграет не хуже, а может быть даже переиграет знаменитого Николая Мордвинова, актера театра Моссовета, который в это время тоже играл эту роль в этом же спектакле. Ким Дин сыграл более 100 таких разноплановых, ярких ролей. Он обладал необыкновенной пластикой, таким красивым певческим голосом, что позволяло ему очень точно, колоритно, замечательно играть роли в музыкальных спектаклях. Роль Отелло по трагедии Вильяма Шекспира была, наверное, можно сказать, что это вершина актерского творчества Ким Дина. В то время журналисты в периодических изданиях писали, что игра Ким Дина не уступала исполнителям этой роли другим знаменитым, таким как народный артист СССР, актер малого театра Александр Остужев. Вот о Ким Дине многие говорили, что он мог бы стать народным артистом СССР, если бы так рано не ушел в 1966 году. В нашем театре в честь гениального артиста учреждена премия имени Ким Дина, которая присуждается артистам и режиссерам за большие достижения в творчестве.
Итак, для получения диплома Киндина на сцену приглашается Хан Галина Дмитриевна. Ассоциация корейцев Казахстана на сцену приглашается Цой Анастасия Владиславовна. В этом году вот Лия Наталья Гавриловна. Легендарная личность – это народная артистка Казахской ССР Ли Хамдек. Ее любили все – и коллеги, и многочисленные поклонники. Многогранный талант актрисы раскрылся не только в драматических ролях. Она прекрасно пела народные песни. Будучи еще совсем юной, Хамдек мечтала о театре. Ее отец, который очень любил и хорошо пел народные песни, одним из первых поддержал решение дочери посвятить себя театру. Поскольку у начинающей актрисы не было специального образования, ей приходилось самостоятельно изучать по учебникам сценическое мастерство. В этом ей большую помощь оказали режиссеры театра Цай Йен и Цой Гирчун, и артист Ли Гирсу, которые к тому времени уже получили образование в московском ГИТИСе. Ли Хамдек была примой в театре, и все роли у нее практически были главными или первыми. Какую бы роль она ни играла, она создавала очень правдивый, реалистичный образ, который не оставлял зрителей равнодушными. Последний спектакль актрисы – это драма по пьесе Гарсиа Лорки «Дом Бернарды Альбы», который был поставлен в 1966 году. И в этом спектакле актриса сыграла главную роль – роль Бернарды. До конца жизни, можно сказать, своеобразной визитной карточкой актрисы было имя Чун Хян. Потому что Ли Хамдек была первой исполнительницей этой роли, и она блистательно играла ее в течение 20 лет. Спектакль «Сказание о Чун Хян» вошел в Золотой фонд Корейского театра. И сегодня на сцене нашего театра можно увидеть современную версию этого спектакля. Thank you.
Талантливых людей я знала лично. Они служили в Корейском театре вместе с моими родителями. И мы жили в одном доме на улице Почтовой, который в Уштобе по сей день называют домом актеров. С нами на одной площадке жил великий Ким Дин. Помню, как-то к новогоднему утреннику Ли Хамдык готовила с нами, с детьми, сцену из спектакля «Сказание о девушки Чунхян». Роль Чунхян играла моя двоюродная сестра Мира. Ее родители Дину и Ким Анна тоже служили в Корейском театре. А роль Панди играла дочь Ким Дина Рада. Ей нарисовали усы, и мы очень долго смеялись над ней. Она обиделась и не хотела играть роль мальчика. Ну, потом ее уговорили. А мне, как самой младшей, самой маленькой, досталась роль Хяндан. Мы, театральные дети, не видели своих родителей по полгода в году, потому что корейский театр был гастрольным, и артисты много ездили со спектаклями и концертами по местам компактного проживания корейцев. Многие из нас бывали на репетициях, мы иногда ездили на гастроли с родителями, когда нас не с кем было оставить дома, и даже играли в спектаклях детские роли. Часто мы были свидетелями споров, обсуждений сценариев, пьес, музыки, ролей, потому что это происходило у кого-то из нас дома. А через некоторое время мы с замиранием сердца, забыв обо всем на свете, смотрели спектакли, которые были для нас каким-то неземным волшебством, каким-то удивительным чудом, несмотря на то, что после каждой картины закрывался занавес, и за ним был слышен стук молотков. Это менялась декорация, и к полу прибивались дома, деревья. Thank you.
артисты были настоящими самородками и большими энтузиастами. Они делали сами все. Писали сценарии, музыку, стихи, создавали декорации, шили костюмы, делали бутафорию, делали все-все, что нужно было для сцены. И среди них были мои родители. Отец, композитор и музыкант Виктор Ким, написавший более 90 песен и музыку к 30 спектаклям. И мать, актриса и певица Екатерина Пак, чей красивый и сильный голос покорял сердца зрителей. Она была первой советской корейской певицей, записавшей в 1949 году грампластинку. Это была народная песня «Монгымпхо». Прошло много лет. Теперь я уже сама почти 40 лет служу в театре. Но до сих пор, как в детстве, прихожу в свой родной театр с радостью. Я певица, актриса, переводчик-синхронист. Здесь я как в детстве живу и каждый день учусь чему-то новому. И как раньше делали наши родители, теперь уже мы сами спорим, обсуждаем, выбираем, решаем. И в результате рождается новое волшебство, новое чудо и безмерная радость показать то, над чем так долго и мучительно думал и творил. И счастье стоять на сцене, и вдыхать ее особый, ни с чем не сравнимый запах. Thank you.
Thank you.
2017 году Корейский театр получил статус академический. И буквально на следующий год мы въехали в историческое здание в центре города. С гордостью отмечаю, что наш театр вышел на новый уровень. Нас знают не только в Казахстане и в ближнем зарубежье, но и на исторической родине и даже в Европе. Сейчас в театре много молодежи, и среди них талантливый композитор и музыкант, и музыкальный руководитель нашего театра Георгий Юн. Жорик, как мы все его зовем, пишет не только замечательную музыку к спектаклям, но у него много хороших песен. В моем репертуаре есть песня, которая называется «Син Сик Хэн Тарён», написанная им в народном стиле на стихи драматурга, режиссера и основателя театра Йен Сен Йена. Наши зрители с удивлением узнают, что нашему корейскому театру уже 88 лет, и он является старейшим театром Казахстана. Сегодня я рассказала лишь маленькую часть нашей большой истории. В следующих встречах наши артисты расскажут вам еще много интересного. Дорогие друзья, спасибо, что вы были с нами. Будьте здоровы, не выходите из дома без особой надобности. Берегите себя и своих родных. Бэс Баргемас!